В Красноярск привезут 5 человек, эвакуированных из китайского Уханя. Заболевших коронавирусом среди них нет. Всего из Китайской республики, напомню, в Тюмень вывезли 128 россиян и 16 граждан СНГ. Там их держали на карантине. А теперь пересылают в родные регионы. По домам людей отпустят 19 февраля. Тем временем во всем мире коронавирусом заразились 42 тысячи человек. Количество погибших сегодня перевалило за 1000. Первые случаи заболевания также выявлены и в Африке. Правда, количество заразившихся и место, где они находятся, не сообщается. Об этом сегодня рассказали в МИД РФ. За пределами Китая больше всего заболевших сейчас в Сингапуре, Таиланде и Японии. У ее берегов, кстати, уже неделю на карантине стоит круизный лайнер «Diamond Princess», на борту которого 4000 пассажиров, и 130 из них уже заразились коронавирусом. Россияне на судне тоже есть, их больше 20, но данных о состоянии их здоровья пока нет.